рассказали в своем докладе по поводу социальной составляющей, да, вашей деятельности. А, скажем так, поддержка СВО, поддержка мобилизованных и так далее. Конкретно в вашей компании, скажем, ведется такая политика? Если ведется, то как? И наиболее крупные такие проекты, потому что, наверное, это очень важно, поскольку вы одна из крупнейших компаний в целом-то в России, и это такая тема политическая. Мы должны все стараться максимально. Сергеич, можно я вас попрошу здесь при ответе, если требуется, да, все-таки учесть региональные обстоятельства внешнеполитические? А какие именно? Уточните. Полюс одна из тех компаний, которая пока действует свободно на внешнеэкономическом рынке. И? Насколько это возможно для российских компаний сегодня в принципе? И вы считаете, выразить позицию или рассказать об этом публично, это каким-то образом должно... Я считаю, то есть, да. Это не нужно говорить, и публично не должна крупная российская корпорация поддерживать. Ну, у нас разная позиция. Я предлагаю оставить вопрос без ответа. Давайте.